Белка с Грекой прихватили лосей. С Толяном идем потихонечку по навигатору. Вот они держат. Метров. Слышно, что лает.
Идем, идем. Еще маленько осталось. Только не знаю, получится подойти, не получится. Что кругом шелестит. Побежали. 2. Все, отдаляются. Ветер поднялся еще и с нашей стороны. Ладно, будем ждать, когда еще остановится. Все, они прогнали маленечко и бросили. Лоси уже настеганные, ходом прут. Собаки бросили. Выворачиваются своим следом. Вот собачки почти догоняют нас уже. Да, вот такой вот чепыжник. Попробуй-ка подойди. Под ногами все шуршит, трава сухая. Не смогли мы подойти. Вот собаки сейчас подбегут. Грета! Белка! Молодцы, 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 молодцы. Молодцы, мои хорошие, молодцы. Ладно, идем дальше. Уже в сторону УАЗика. После того, как подшумели, лоси ходом пошли. Они их прогнали еще около километра и все, и бросили. Но это и правильно. Там уже просто потом начнутся гонки по беспределу. Собаки будут мучиться, и мы уже подойти 100% не сможем после первого раза. Идем в сторону УАЗика.